Всем привет! Хотел поделиться прогрессом. Решила немножко помоделировать недеструктивным методом моделирования. Купил на барахолке вот такую штуку. Это советский фотодальномер Блик. Вот так он выглядит. Я его зафотографировал с разных сторон. Чтобы у меня были референсы. Также я его разобрал. Не стал полностью разбирать. Мне чисто нужны те детали, которые будут видно в щели и отверстия. Вот здесь, там, ну, где попадутся. Ну, вот хотел я их немного промоделировать. Может и полностью его создам, чтобы он как бы можно было виртуально его разобрать, чтобы это все было. Как бы механизм не очень сложный, поэтому может быть я это и сделаю. Вот сейчас на стадии блокинга. И вот что успел за вчерашний вечер и сегодняшнее утро сделать. Сначала замоделировал верхнюю часть. Использовал в основном булины, бевелы. Если как бы отключить модификаторы, вот изначальная коробка, которую я сделал, потом добавил скругление на углах, оставил возможность регулировать их на будущее, добавил толщины. Это я потом подкручу, когда дойду до заключительной части. Сейчас пока вот эти моменты трогать не буду. Вот эта штука добавляется сразу с вырезом. Вырез организован в булиновом операторе. То есть сначала я вырезал отверстие в этом прямоугольном боксе. Вот, а потом им уже пробулинил вот эту штуку. Далее добавил цилиндрическое отверстие. Так, потом я перешел на задничку. Да, вот этот выступ тоже забулинил. Отверстие в нем. Он тоже с уменьшающимся, так сказать, размером. Отверстие под колечко. Вот эту кромку. Я думаю, это такие мягкие детали отобьются карты нормалей. Потому что это слишком жирно будет, я думаю, для такой не поле. Но я еще не решил, потому что под таким углом нормалка превратится в не очень такое хорошее зрелище. Вот, потом я перешел к нижней части. Тут я не стал в один меш это все булинить, потому что не очень удобно будет. Но смысл такой же. Эта штука отмоделена,
Здесь Bevel — это модификатор. Вот эти скругления тоже пока я Bevel оставляю. Ну, то есть я использую ограничения по весам, и веса на Edge прокидываю вот здесь. Таким образом можно регулировать как бы это скругление. Здесь применим пулиновую операцию. Также я тут немного подзаморочился с этим вот шрифтом, ну, с надписью. Шрифтов я таких не нашел, но как бы надпись это понадобится. Вот фотографию я импортировал, обвел ее. Ну, создал один вертекс, провел его, сделал очертания текста, потом выделил из этого всего сплайны, перевел сплайны, конвертировал. Вот, потом я добавил инстансы. Разинстанцировал просто плейнчики. Вот такие плейнчики. Вот модификатором array. Я их размножил по количеству такому, чтобы они заполнили этот контур сплайна. Вот. Потом модификатором curve наложил их на сплайн. Вот. И потом на эти плейнчики я наложил инстансы сферы вот этой. Таким образом получил вот такую заготовку этой надписи. Вот, и потом я ее просто отрендерил, наложил материал emission на текст. Думал, сначала я типа бейкну. Вот. Думал сначала бейкать сразу текстуру. Но что-то мне показалось, что так будет проще, быстрее. И просто на черном фоне. А, вот этот материал, кстати, я придал минусовой emission, чтобы не было отражений света от надписи. Вот, в итоге отрендерил я вот такую надпись. И она у меня в альфа ушла. То есть я ее буду в Substance использовать как альфа. И текст этот накидаем. Вот.